пережил новогоднюю ночь. Пипец, котенку. Главное, не делать резких движений. Поехали! Я не поеду! Поехали, я сказала! И не искать больше приключений. Какие предложения? Они все здесь. Хочешь, я загадаю, и у тебя все будет хорошо. Невеста любой ценой. Всем лежать и готовиться! Смотри лучшие новогодние фильмы. Как без меня? Весь день 1 января. Только на 360. Яр, ну давай уже накатим, ну. Уважаемые жители Подмосковья, дорогие друзья, совсем скоро начнется волшебная новогодняя ночь. И под бой курантов мы войдем в 2018 год. Но пока еще есть время, мы по традиции подводим итоги. Вспоминаем ключевые события уходящего года. Для Подмосковья он был насыщенным и в целом успешным. Вместе мы многого добились. Завершили большую президентскую программу и открыли в области 5 центров материнства и детства. Это качественный новый уровень медицины для наших мам и малышей. Мы продолжили строить детские сады и школы. Выполнили рекордный объем дорожных работ. Привели в порядок как большие магистрали, так и дороги местного значения. Мы вместе благоустраивали и дворы, и подъезды. Восстанавливали наши леса. Сегодня я хочу поблагодарить вас за участие в жизни Подмосковья и стремление сделать его лучше, за ваше понимание и неравнодушие. Впереди у нас большой и важный год. Нам предстоит избрать президента и на самом высоком уровне провести чемпионат мира по футболу. На подмосковных полях будут тренироваться ведущие мировые команды. Мы продолжим все наши областные программы, будем реализовывать нашу стратегию лидерства. Наша цель, чтобы каждая семья Подмосковья чувствовала себя комфортно, чтобы и дети, и люди пожилого возраста ощущали наше внимание и заботу. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть для каждого он станет временем новых свершений, воплощения смелых идей и добрых замыслов. Желаю вам крепкого здоровья, любви и гармонии, достатка и благополучия вашим семьям. С праздником, с новым 2018 годом! Дорогие друзья, на пороге новый 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный. Верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся. Новый год у нас – это прежде всего семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве, с подарками и сюрпризами. С особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними.
если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты. Поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости. Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным человеческим смыслом. Где бы мы ни находились, за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах, нас объединяет приподнятое новогоднее настроение. А современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров. И, как всегда, мои особые поздравления всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда. Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений. Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам. Дорогие друзья, до наступления 2018 года остались буквально секунды. Пришло время сказать друг другу самые заветные слова. Простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви. Согреть заботой и вниманием. Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему. Чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы! С праздником вас! С новым 2018 годом!